Итак, для того, чтобы заменить золотник, нам понадобится экстрактор. Выкручиваем при помощи экстрактора золотник. Ну, меняем, допустим, золотник на новый. Плотно закручиваем золотник обратно. В нашем случае менять ничего не придется, потому что наш золотник работает нормально. Ну и, соответственно, накачать. После того, как мы накачали полностью, нам нужно защитный колпачок закрыть, дабы грязь не попадала и не засоряла канал, где стоит и через который накачивается сама машина, ну либо же бескамерка. Все зависит от того, какое у вас колесо. Вот, в принципе, и все. В экстрактор, в ручку, можно положить пару запасных ниппелей. Ну, вернее, золотников, на всякий случай. Вот так. И обязательно пользуйтесь колпачками. Вот и все. Вся замена. Заказать их можно на сайте Озон. Ссылка будет в описании. Ну и всевозможные колпачки, которые вы захотите приобрести себе, тоже можете подобрать на Озоне. Желательно выбирать именно с резинкой. Есть вот такой неплохой вариант. Два экстрактора, 4 ниппеля, 4 колпачка. Ну и, соответственно, больше, больше и больше. Есть даже в этом наборе экстрактор для автомобильных шин.